первому вопросу. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Перелёва Западная со специализацией печать. Передаю слово главе управы округа Сергею Анатольевичу. Уважаемые депутаты, в проекте изменения схемы у нас представлены два адреса. Это Булатниковская улица, Владимир 1, корпус 1А, площадь 10 квадратных метров. Изменение касается в части площади с 6 квадратных метров до 10 квадратных метров. И уточнение адреса с Булатниковской улицы, Владимир 1, 1, корпус 1, на Булатниковской улице, Владимир 1, корпус 1А. Могу сказать, что по этому адресу поступают многочисленные обращения жителей о том, что этот объект затрудняет движение, пешеходный переход закрыт обзор. Вот. Кроме того, он очень сильно мешает уборке тротуара. Поэтому управа считает нецелесообразным согласовывать этот объект. Ну, а дальше на ваше решение. Второй объект — это Мединская улица, Владения 2, корпус 1, киоск, площадь 10 квадратных метров. Изменение касается площади с 9 до 10 квадратных метров. Уточни адрес: Мединская улица, Владения 2, корпус 1, на Мединской улице, Владения 2, корпус 1. Ну, этот адрес мы рекомендуем согласование схемы изменений.